Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. В нашей московской студии директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич и известный российский политик Владимир Рыжков. Добрый вечер. Ну и мы начнем с предновогоднего события, которое взволновало российскую публику, политизированную. 26 декабря, 4-часовая встреча глав России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась обещанием раунда новых переговоров. И некоторые комментаторы считают, что, пользуясь кризисом в Беларуси, Кремль хочет потребовать больше реальной интеграции, а то и дело идет к аншлюсу. Владимир, а на ваш взгляд, чего сейчас добивается Кремль Владимир Путин? Для анализа у нас слишком мало информации. Можно сказать, что ее практически нет. Потому что все, что происходит, происходит глухо за запертыми дверьми. И мы видим только какие-то такие сполохи того, что происходит. Но некоторые утечки все-таки были. Я вчера внимательно смотрел. И в частности, я обратил внимание на то, что была создана рабочая группа, которую с российской стороны возглавляет первый вице-премьер Антон Силуанов. И в наименовании этой рабочей группы, она называется так, рабочая группа российско-белорусская по углублению интеграции. Все обратили внимание, что, во-первых, это факт, это уже группа создана, во-вторых, поставлена задача углублением. Я хочу напомнить, что союзный договор в 90-е годы предусматривал не только создание единой валюты российско-белорусской, но и, между прочим, парламента наднационального, избираемого всем населением двух стран. Да и мало ли о чем там еще может пойти речь. Может пойти речь о создании поста президента союзного государства. И здесь мне сразу вспоминается история со Слободаном Милошевичем, который в 90-е годы для того, чтобы сохранить свой мандат на власть, также реформировал Конституцию и создал союзное государство, значит, Югославия, в которую входила Сербия и Черногория. И тогда это позволило ему избраться как главе союзного государства и сохранить еще на ряд лет свою власть. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Действительно, это тема, за которой надо очень внимательно следить. Тут два варианта событий, два варианта развития событий. Либо это будет торг по деньгам, и тогда Белоруссия, что называется, отскочит. Либо, если речь идет о транзите российской власти, то есть если речь идет о судьбе Владимира Путина, если речь идет о том, что он готовит себе новый властный пост за пределы 2024 года, то тогда следующий 2019 год обещает быть очень горячим, очень серьезным, очень насыщенным. И я могу сказать, как человек, который, Михаил, вы знаете, поддерживает плотные контакты с Белоруссией, с общественностью, с гражданским обществом, с экспертным сообществом, я знаю твердо, что белорусское общество в большинстве своем подавляющем против поглощения Белоруссии с Россией. Идея суверенитета и независимости Белоруссии очень сильно укоренилась в белорусском обществе. И это принципиально отличает Белоруссию от Крыма. Если в Крыму на самом деле большинство, по всей видимости, судя по всему, хотело интеграции с Россией, то с Белоруссией это абсолютно другая ситуация. И я могу твердо сказать, что нас ожидают массовые акции протеста. Могу твердо сказать, что против поглощения выступит практически вся белорусская элита. Могу твердо сказать, что это приведет к внутриполитическому кризису в Белоруссии и, возможно, даже к какой-то дестабилизации в России. Вот, я бы со своей стороны, если бы я был советником президента Путина, вот, к счастью, я им не являюсь, но как посторонний эксперт из либеральной оппозиции, я бы ему не советовал. Я уже говорил, еще раз повторюсь, эта котлета в нашу глотку не пролезет. Это может породить такие серьезные внешнеполитические, экономические, внутриполитические издержки, что мало никому не покажется. Так, ну что, сценарий есть, Наталья Васильевна? Два сценария. Да, два сценария. Наталья Васильевна, что вы скажете? Вот о деньгах. Конечно, вот смотрите, говорится о том, что Белоруссия пострадала от так называемого налогового маневра в энергетике. Якобы позиции сторон сейчас сближаются. Речь идет о 300 миллионах долларов в год. А преференцию Беларуси чуть ли там, ну разные там подсчеты, то ли 5, то ли 10. От 4 до 7 миллиардов долларов. Да, 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 никто толком не знает. Да. Вот неужели это такая критическая сумма, вот 300? Собственно, вот этот переход с налоговой экспортной пошлины на НДПИ повышенные, это 2 миллиарда долларов. Для России деньги не бойтесь какие, для Беларуси все-таки существенные. Огромные.
Второе. Два раздражающих фактора, не выражаемые в деньгах. Фактор первый. До 30% всех поставок ГСМ на рынок Украины идет через Белоруссию. То есть фактически на этих НПЗ перерабатывается российская нефть, и потом огородами и тропами через оформление интересным способом поступает на украинский рынок. Это дико раздражает российскую сторону. Третье. Россия тут собралась биться за свое молочное хозяйство. А оно у нас в долях в общем потреблении сокращалось. Было 20% импорта, сейчас 25% импорта. И в этом импорте 85%. И это продукция Республики Беларусь. Так радоваться надо. Надо выдавливать конкурента. Мы сейчас субсидируем наши молочные стада и коровники. Ну, дальше к этому добавляется все родное, типа осетрина белорусская, или что у нас там, креветки и далее по списку. Ну, это раздражение накапливалось давно. Поэтому давайте так, я не подозреваю ничего политически, потому что я наблюдаю батьку, слушайте, с 94-го года. Да вы попробуйте-ка его ухватить, попробуйте. Я с интересом на это посмотрела, сколько раз наши власти переигрывали, сколько раз ужом выкручивался. Всегда. Почему? Вот о том и речь, почему на этот раз он проиграет. Были у них тяжелые времена? Были. Две девальвации пережили? Пережили. Народ стонет? Стонет. Ну, крутится. Поэтому я не вижу диких политических рисков в сопротивлении батьки Лукашенко. А он будет сопротивляться. Скажите, я бы добавил еще один политическое животное, фактор. Да? Он очень талантливое политическое животное. Да. И талант его заключается в том числе и в том, что когда наступает время очередного торга с Россией, а это всегда рождественский торг, то он заблаговременно, месяцев это за 5-6, начинает вальсировать с Западом. А что-то было? Конечно. У них сейчас лучшие отношения с Европейским Союзом за всю постсоветскую историю. Они очень активно вовлекаются в программу Европейского Союза «Восточное партнерство». А недавно батька бросил вообще жирного леща на стол Западу, когда он отменил визовый режим для американцев и для евросоюзовцев, что привело Кремль в абсолютное бешенство. Я забыла этот. Потому что как же это так? У нас санкции, конфронтация. Мы тут, понимаешь, перевооружаем армию, а наш стратегический союзник всяких пиндосов и прочих, значит, гейропейцев в хорошем смысле. Да. Он вдруг их начинает пускать без визы. А граница открыта. Ну, там какие-то посты. Это означает, что любой американский шпион, а не приведи Господь британский, что еще хуже, может въехать через Смоленск на нашу Святую Русь и разведать какие-нибудь военные тайны. Поэтому здесь действительно накопилось очень много раздражителей. Вот. Я надеюсь на то, что Кремлю хватит здравого смысла не начинать аншлюз Белоруссии. Не буду повторяться, но могу просто сказать, что это будет катастрофический сценарий, который может боком выйти и, скорее всего, выйдет самому Кремлю. Скорее всего, надеюсь на это прагматический торг двух сторон, и на чем-то они стерпятся, слюбятся, и, как всегда, батька договорится с Великой Россией о поддержке белорусской экономики. Галя Васильевна, а вот все-таки, сколько могло бы стоить, ну, теоретически, превращение Белоруссии в субъект России на особом статусе? Это такая, вот типа кадыровской Чечни. Ну, погодите. Во-первых, не обижайте, пожалуйста, регионы Белоруссии. Это гораздо более развитая территория по сравнению с Чечнем, Крымом и далее по списку. Да, при некотором субсидировании эти отрасли вполне могут идти на общероссийский рынок. Они абсолютно конкурентоспособны по еде в Казахстане. Они переплюнули китайцев, когда поставили заградительные пошлины, и казахам сейчас продают все эти белорусские машины. Поэтому я бы сказала, что да, они на субсидии, это правда, особенно сельское хозяйство дотируется. Но это живая относительная экономика, это не Чечня, где экономики, кроме бюджета, просто нет. Даже теневки толком нет, не на чем. Так что, недорого?
На самом деле, может быть, речь пойдет о тех же суммах, что сейчас, потому что Россия уже считали специалисты, кто предметно занимается Белоруссией, что где-то за последние 20 лет 120 миллиардов долларов это безвозмездные субсидии со стороны Российской Федерации. Года от 4 до 8 миллиардов долларов. Гигантские деньги, которые сравнимы со спасением Греции и Евросоюзом. Гигантские деньги, абсолютно. И это все безвозмездно. Вот, поэтому безвозмездно. Это типа кредиты, за братство, раз, да. И ну, второе, кредиты, это да. Пошлины на ГСР. Мы же понимаем, что это те кредиты, которые можно не отдавать. Вот. И поэтому, может быть, в деньгах это будет то же самое. Но вопрос политической цены. Потому что одно дело, когда ты поддерживаешь союзное государство, независимое, а другое дело, если ты попытаешься его поглотить. Здесь цена возрастает многократно, потому что лояльность придется покупать, протесты придется гасить, элиты придется подкупать, и все равно не подкупишь, потому что народ выйдет. Я могу сказать, что в Минске выйдет 200 тысяч на улицу. В первый же день выйдет 200 тысяч, и Лукашенко не будет подавлять эти протесты. Более того, есть интересный феномен, я просто дружу со многими белорусскими оппозиционерами, вы знаете, Михаил. Так вот, интересный феномен. Они ненавидят батьку, белорусская оппозиция. На дух его не переносят. Последний диктатор Европы и тому подобное. Тиран, деспот и так далее. Но они его воспринимают как защитника государственного суверенитета. И если доведется, они все сплотятся вокруг батьки. Если речь пойдет о цене независимости. Вот такой интересный феномен. Там могут сплотиться все слои населения практически против возможного дружественного, скажем так, поглощение. Владимир, ну знаете, вот действительно не очень понятно, что можно предложить Лукашенко. Вот я тут прочитал очень смешной комментарий, есть такой телеканал «Царьград». Ой. Вот они пишут, что ему бы поставили памятники при жизни, он бы стал фигурой, равной Богдану Хмельницкому, председателем Думы, первым министром, священной исторической фигурой. На полгода. И он это прекрасно понимает, что если даже кем-то он станет, то на полгода, а потом он никем не станет. Вот. А что можно предложить? Там есть еще целое поле для торга. Во-первых, Москва настаивает на создании очень крупной, может быть, самой крупной на Западе военно-воздушной базы. А это фактически тоже удар по суверенитету Беларуси. Но он же помнит, что в Крыму было. Так это мы войск не вводили, что это сейчас помнят все. А выехали с баз. То есть по договору крупная база, где 20 тысяч российских военных, это сильно меняет диспозицию, и он это прекрасно понимает. Есть вкусные активы, которые давно уже привлекают наших олигархов, прежде всего это НПЗ и Кали. Там же огромная конкурирующая с Россией отрасль минеральных удобрений, которую батька не отдает, хотя много раз пытали. Газотранспортная система, режим транзита через Беларусь товаров и так далее. Там очень много тем, которые потенциально экономически интересны. Поэтому, возможно, если они 31-го встретятся за праздничным бокалом шампанского, речь пойдет о том, что ладно, суверенное государство, черт с вами, но вот по списку и далее по списку, военно-воздушная база, АЭС, НПЗ, минеральное удобрение, может быть, реэкспорт, вот тот, которым занимается батька, ты там прикрой. И возмущается Силуанов. Ты там свои креветки-то прикрой в своих белорусских озерах. Ты киви перестань выращивать в Беловежской пуще в таких промышленных масштабах. Можно говорить, Наталья Васильевна. Поэтому посмотрим. Я все-таки, еще раз повторю, мой прогноз не страшный. Я надеюсь, что нас не втянут в новую катастрофическую внешнеполитическую авантюру. Я надеюсь, что Белоруссия не станет для России Крымом-2, потому что это повлечет за собой не только взрыв протестов в самой Белоруссии, но и новые санкции. Для меня это совершенно очевидно. Вот. Я надеюсь, что речь идет о торге, но какую-то конечность батьки, скорее всего, отпилят в этот раз. Я думаю, потому что похоже, что в этот раз сильно злые и голодные. И голодные, и прессовать будут, мне кажется, сильнее, чем обычно. Ну что ж, давайте теперь немножечко о других территориях, которые тоже, скажем так, обременяют. Видишь, даже Михаил, называешь их уже территорией. Ну, я не их. Я говорил о том... Поменялась риторика. Я говорю о том, что Россия уже платит за некоторые территории. И, кстати говоря, некоторые еще решили, что Владимир Путин не случайно оговорился, назвав население России 160 миллионов. Да? Многие обратили внимание на это. Что туда, если посчитать туда, за кого платят, да, там за оккупированное, аннексированное и за братство, то как раз получается, вот там Беларусь, Крым, Донбасс, Абхазия, вот, собственно, и набирается такая
такая сумма. Вот поэтому я про Крым и Донбасс. Все-таки какова цена этого замечательного приобретения? Ну, давайте за Крым. Все-таки там официальная цифра есть, Наталья Васильевна. Нет, там есть цифры только по трансфертам непосредственно в бюджет Республики Крым и Севастополя. В прошлом году суммарно это было 120 миллиардов рублей. Это примерно вот та деньги. Сумма, которую докидывали вот в виде этой как ее, льготы по пошлинам Беларуси. 120 миллиардов – это не все, потому что туда не входит мост, туда не входит то, что финансируется автодором. А инвестиции? Там большая дорога, туда, да. Мост, туда не входит энерго, мост, все это отдельно. Электростанции. Потому что это деньги федеральных структур. Угу. А мы говорим о том, что пошло непосредственно в бюджет Крыма. Вторую позицию у нас занимает традиционно, вот, после Крыма с Севастополем Дагестан, и мы прибавили с приходом Васильева в конце 17-го, это где-то 75 миллиардов. Почувствуйте разницу, население Дагестана, в общем, побольше, чем Крыма с Севастополем. Угу. Дальше третье, делят и борются за третье место, Чечня и Якутия. Вот Якутия, такая понятно, история. Почему, да. Якутия дикая дороговизна снабжения всех бюджетных организаций. Северный завоз, как они называют. А Чечня, там как бы борьба на найских мальчиков. Один год Силуанов победит и немножко отожмет трансферт. Другой день, год, громко покричав, победит уважаемый господин Кадыров и добавится трансфер. Вот они так год за годом вокруг чего-то и болтают. Я вот по поводу Можно Крыма... Добавить, да, Михаил? Я сейчас. Просто хотел бы сказать, что дело в том, что, к сожалению, мы даже в бюджете не видим полной картины. Потому что после событий на Донбассе и Луганске в федеральном бюджете появилась новая статья, огромная, под названием «Гуманитарная помощь другим государствам». Федеральным? Федеральным, да. Она составляет, я могу ошибиться, но порядок цифры такой, 120-140 миллиардов рублей в год. Это вот на сателлитов получается? Да, ее не было раньше. Это огромная расходная статья, которая появилась после крымских событий. Я предполагаю, что именно туда зашита помощь и Донбассу, да, и Луганску, потому что там же и пенсии и выплачиваются, думаю, и, Абхазии, и зарплаты выплачиваются, и коммуналы, и Абхазия, и Южная Осетия, да? И так далее. Приднестровье. Приднестровье. Да. И это гигантская цифра, это помимо того, что идет на Крым. То есть на самом деле мы можем говорить о том, что все вот эти непризнанные образования, назовем их так, они поглощают сотни миллиардов рублей. Это только бюджет. Я здесь не говорю о корпоративных расходах, которым вменяют туда инвестировать. Я не говорю об инфраструктурных расходах, которые идут по другим статьям бюджета. Поэтому это дорогая игрушка. И если к этим... Я лет пять назад считал, что где-то мы тратим 25 миллиардов долларов в год на помощь друзьям. Я туда включал помощь Армении, Таджикистану, Киргизии, Венесуэла. Где-то у меня получалось 5 лет назад около 23-24 миллиардов долларов. Думаю, что сейчас эта цифра выросла, потому что число друзей у нас непрерывно растет. Вот. Если, и все одного качества. И все одного качества. Диктатура. И количества, да. И если мы к этому прибавим еще и Беларусь, и нам нужно будет заливать ее лояльность деньгами, то я полагаю, что речь пойдет о десятках миллиардах долларов дополнительных расходов. Ну вот такая деталь, например, про Крым, Наталья Васильевна, я тут прочитал в одном блоге, что якобы крымское сейчас правительство требует еще 200 миллиардов рублей, потому что некуда селить переселяющихся военных, там, чекистов, судей, прокуроров. Нет, 200 миллиардов, и все прочее. Они маханули. В общем, дайте нам еще денег. Ну, это обычно так, просить больше. Дайте нам еще денег. Добавят им или нет? Давайте просто арифметику возьмем. Если мы берем два субъекта, суммарно, ну, около 60% составляет трансферты. Это по прошлому году 120 миллиардов. Делим на 6, умножаем на 10, получается 200 миллиардов. Это весь бюджет двух субъектов в год. Как это можно просить 200 удвоить, миллиардов, да, на переселение? Это какие-то цифры совершенно другие. Это скорее миллионы. Хотелки, конечно. Скорее там миллионы, да, а не миллиарды. Второе. Это очень странная система. Потому что если вы смотрите на структуру расходов, могу сказать, что такое было только на Сахалине в период адского гона налога на прибыль. 46% всех расходов Крыма по прошлому 2017 году приходилось на национальную экономику. И распихивали куда только можно. Дороги, топливно-энергетический комплекс, меньше поддержка агросектора,
транспорт. Они тратить не успевали. Поэтому меня еще удивляет, как мало... Им же мало, надо воду еще откуда-то брать теперь. Скажем так, криминальных историй по поводу того... Ну, там два министра предшествующих сидят, которые по экономике. Это, в общем, очень скромный результат. Потому что, если у вас 46%... Казарин и Нахлупин оба сидят. На вот ту самую... как виртуальную реальность под названием национальная экономика, сколько можно сдоить-то со всего этого? Что и делать? Слушайте, ну есть же другая сторона, есть вот другие регионы, где нет частной армии, там, как в Чечне, нет аннексии, как с Крымом, нет еще там какого-нибудь буйного населения, как где-нибудь на Кавказе. И в результате, вот, например, мои любимые Карелии обещали на 5 лет в связи с юбилеем, 20-й год там образования Карельской трудовой коммуны, обещали дать 15 миллиардов. Добавили. Уже в 18-м добавили. Да нет, 2 года не давали мне люди пишут. Что, пусть вам люди пишут, я вам просто пришлю ссылку на исполнение января-сентября. Неужели трансферты в последний момент? Да, трансферты Карелии для Карелии росли. 15 миллиардов, хорошие деньги. На 5 лет. Это не это даже смешно. Не, ну помогут я своему думаю, человеку. Не-не-не, там бюджет-то весь, типа 40 с чем-то миллиард крошечный. Понятно. А что будет, Наталья Васильевна, вот с вашими 4 Россиями? Мы помним вашу теорию про 4 России. Вот эти России мегаполисов, городов, городков и деревень. Ну, первые все его знают, да, народ валит. Если есть конкурентоспособность, возможности, если ты айтишник, или у тебя какая-то внятная научная работа, люди ищут работу уже границей. Из Барнаула водители троллейбусов работают в Москве, потому что за ту же квалификацию платят в несколько раз больше. А я говорю о утечке мозгов за границу, прежде всего. Это Москва, Питер и миллионники. Перемещение из одних региональных столиц в Москву, Подмосковье, Питер, безусловно. Это же другой уровень заработной платы. Правда, надо посчитать, сколько обходится проживание. Ну, они живут... Они кучкой, кучкой снимают. Конечно, да, конечно, это, народ уже отработал. Вот это отходничество. Да, это отходничество. Народ отработал капитально. И семьи посылают деньги. Да, и приезжают там раз в месяц или в 2 месяца, а то и в 3. Дальше. Прошу прощения. Дальше второй вариант. Индустриальная Россия. Ну, пока не все так плохо. Плюс 3% промышленный рост за январь-октябрь. Подпитали оборонку все-таки последние несколько лет достаточно прилично. Ну, то есть танки клепают. Заказами не только. Второе. Попытка импортозамещения, ну, как-то так скажем аккуратно, не очень слеглась, но субсидии добавили. Но последние вот месяцы показали, что картинка начинает смазываться. Весь практически рост ноября... Плюс 9% добывающая промышленность и 0% обработка. Все, рябчик спекся, спроса на рынке нету, и гоним за счет нефти, газа, ну и маленького угля. Я бы к этому добавил очень важную вещь. Дело в том, что была гигантская программа перевооружения, которая как раз заканчивается в этом 2018 году. И невозможно загружать мощности ВПК вечно в том же объеме, потому что экономика просто не выдержит. И уже начиная с 2019 года реальные и номинальные военные расходы начинают сокращаться, и прежде всего они начинают сокращаться за счет оборонзаказа. И в этом смысле я думаю, что некоторый спад в оборонке на будущий год неизбежен, потому что это полностью госзаказ, и когда сокращается финансирование, и вот эти регионы, которые очень сильно сориентированы на оборонку, все эти Удмуртии, Мордовии, Иркутские, они не то чтобы сильно, но я думаю, что на 3-5-7% они просядут, безусловно. А вот проседает, это что значит в социальном плане? Это значит, третьей смены нет. Третьей смены нет. Вторая доплат нет. Пока еще у тебя нет в основном неполной занятости, когда тебе просто рубят основную зарплату. Но объем работы уже сокращается. Второе, то же самое в пищевке. Потолок платежеспособного спроса достигнут. Больше масла на треба, больше другого, третьего. У людей тупо нет денег. Средний чек снизился. Опросы показывают, он снижается 4 рост года подряд. Рост нулевой по пищевке. И опросы показывают, что до 80% населения экономят и выбирают продукты питания в магазинах по ценнику. Не по качеству, не по бренду производителя, а по ценнику. Это основной критерий выбора сейчас продуктов. И по дисконтным продуктам. И половина населения страны покупает продукты по скидкам, по скидочным акциям. Это говорит о том, что платежеспособный спрос, он...
стагнирует. Четыре же года у нас подряд, или пять? Пятый пошел. В декабре реальные пошел пятый, но мы еще декабрьских результатов не знаем. Ну, я думаю, что тенденция ясна. Бедный Суринов, которого снесли за ноябрь, да, потому что нам Владимир Владимирович сказал, что плюс 0,5%, а Суринов посчитал с ноябрем. Это начальник Росстата, да? Да, Росстат всегда. Андрей Колесников, чудесный текст в «Ведомостях», нам просто всю историю рассказывает, как это было, как статистики становились виноватыми за то, что происходило в стране. Вот сейчас ровно то же. Но это известная история с переписью 1937 года, когда их потом перестреляли, а перепись засекретили. Да, было больше таких историй. Но теперь гуманно просто сняли с должности. Статистика гадит. Раньше англичанка гадила. Теперь статистика. Слушайте, а вообще как быть с этой статистикой? Уж раз вы завели, там говорят, что по сельскому хозяйству там какая-то липа была. Нет, давайте спокойно. Мы люди тертые. Когда идешь длинные ряды, смотришь, полетело, поднялось. Но они же меняют еще и методику, тем самым сбивают с толку. Правильно, ломают динамику, все такое. Ну, мы приспосабливаемся. Ну, как эти самые партизаны в Брянском лесу увидели, подумали, пообсуждали с коллегами, пошли дальше. Я вообще думаю, что мы же сейчас подводим итоги года в каком-то смысле. Да, и пытаемся взглянуть в 2019 год. Год-то кончается неважненько. Да, то есть повалились снова цены на нефть. Цены на нефть дают у нас примерно 60% доходов экспортных. Соответственно, это основа бюджета, соответственно, это основа курса рубля. И в этом... Хочешь, я порадую? Да. И в этом... Цены на нефть продолжают уверенный подъем. Бренд выше 52. Да, это да. Вот буквально последние пару часов. А было 50. А нам бы, чтобы не кашлять и выглядеть розовощекими, нам бы надо долларов 80, а еще лучше 90. И в этом смысле, вот при санкциях, которые продолжаются... При отсутствии роста экономического, при падении реальных доходов населения, тяжелый будет 2019 год. Первое, сразу вот я передаю консенсусные ожидания макроэкономистов, поскольку сама не макроэкономист. Первое, роста доходов не будет. Инфляция разгонится больше, чем до 5, скорее ближе к 6%. Из-за НДСа, который нарастили на 2 процентных пункта. Поэтому, люди, не берите, я по всем станциям хожу и говорю, не берите сейчас кредитов всевозможных. А берут наоборот. ЦБ особенно сейчас микро. Будет работать на сжатие спроса. 70% вот. Населения закредитовано. Это чудовищно. Это я была на передаче. Цифра, да. Люди вообще не включают голову, когда они принимают решение о том, что... Не читают мелким шрифтом то, что написано? Ничего не читают. Человек уверен, что материнский капитал ему дадут за то, что квартиру отремонтировал. А я говорю, а посмотреть? За что его дают? Это на всех сайтах. А я думала... Это наша родина тоже. И у людей будут очень большие проблемы. Вот именно с кредитом. Меньше с ипотекой, там задолженность небольшая, с потребительскими много, а с микрокредитами, слава богу, ЦБ уже начал долбать. Слушайте, вы видели микрокредиты? 200% годовых. Это как? Но это ростовщичество называется. Абсолютно. Сейчас начали рубить эти структуры, ограничивать им доступ на рынок, уже хорошо. Поэтому безработица на нуле, все шикарно. Потребление растет за счет роста кредитов, народ влезает в долги, доходы расти не будут. Промышленность, я так сказала, с нефтью, газом поползем вверх, все равно. А вот с импортозамещением и обработкой я бы не рискнула давать. Я еще обратил внимание на то, что, конечно, продолжает приниматься иррациональное решение. Которое, например, вот вчерашний список дополнительных украинских предприятий, против которых введены санкции. То есть и так там половина уже производственных цепочек порублена и порушена. Так еще наша И Россия от этого страдает. То есть, конечно, страдает, потому что если вы разрушаете производственные цепочки с Украиной, а это один из основных наших партнеров, то это не может привести к проблемам на одном конце цепочки. Это очевидно, что снизит производство и на нашем конце цепочки. Плюс к тому, любой протекционизм, мы знаем, к чему он ведет. Он ведет к росту цен. Вот буквально сегодня мне позвонили, сообщили, спросили мое мнение. Еще одна замечательная инициатива – запретить работать в такси иностранцам по всей стране. Ну, такой лоббизм, очевидно, к чему это приведет. К росту цен на перевозку в такси, потому что снизится количество водителей, сократится конкуренция, вырастут цены. То есть иррациональность этой политики заключается во всем. Во время кризиса ни одна страна не поднимает налоги. Мы поднимаем. Во время стагнации доходов населения ни одна страна не усиливает фискальное бремя на население. Мы усиливаем. Во время экономического кризиса ни одна страна не занимается такого рода протекционизмом, который ведет к росту цен, а значит к снижению жизненного уровня населения.
А мы, как вот Черномырдин говорил, мы с президентом этого не хотим, мы это и делаем. И возникает дикое противоречие. Путин на пресс-конференции говорит, что у нас товарооборот с Украиной растет, какие мы молодцы. Да, он сказал об этом. У нас, он сказал, с какой базы? Растет. А через два дня после этого заявления правительство вводит дополнительный санкционный список против украинских предприятий, который, конечно же, ударит по росту товарооборота. То есть складывается впечатление, что при всем том, что у нас сейчас самые лучшие в мире технократы и самые эффективные на свете менеджеры, и таких людей с такими костюмами, галстуками и очочками нет нигде больше в мире. И никто так не говорит по-английски, даже американцы, как наши технократы, а решения принимаются антиэкономические и иррациональные, и это тоже аукнется в 2019 году. А мне вот кажется, что политика очень такая последовательная. Знаете, есть идея, видимо, что люди наши нефти, надо повышать вот всякие там налоги разнообразные, и вот даже люди, которые там вывешивают в интернете разные, они вот картинки делают, там такой список, что вас ждет с 1 января, там и на 2% НДС, и на собственность налог повысится, и тарифы, эти люди Кейнса не читали, а Кейнс очень, очень доступно объяснил, что если вы сокращаете доходы населения, вы тем самым сокращаете платежеспособный спрос, и вы тем самым провоцируете экономический спад и экономический кризис. То есть люди отличаются от нефти тем, что нефть в земле, ее можно качать. А когда ты качаешь людей или качаешь из людей, ты тем самым вводишь экономику в спад. Я не знаю, давайте разошлем на деньги Радио Свобода книжку Кейнса нашим технократам, пусть почитают. Да нет, просто решается сумма разных частных задач. Да, вот скорее всего так, да. Это технократически. Проблемы у бюджетов субъектов надо поправить, да? Казалось бы, добавь налога на прибыль. Но были проблемы у федерального бюджета. Кто важнее? Конечно, федералы, конечно. Мы отняли процентный пункт налога на прибыль. Да. Проблемы у бюджета есть. Поднимайте ставки тарифов на имущество. Да. Повышайте пенсионный возраст вот с той же целью. То есть это частные решения. Есть проблема фискальная. Вот мы ее будем решать так. Суммарных каких-то. Ну так а сколько можно стричь? Вот долго. Вопрос на падающей экономике или долго. На стагнирующей. Я бы так сказала. Есть же регионы, где полная уже нищета, вы же знаете. Нет, не знаю. Как везде не по-разному. Так, ну в каждом регионе какой-нибудь Забайкалье. Очень сильный разрыв. Ну, между край, доходами 23 элиты. 23 тысячи рублей средняя зарплата, да. Это что? Алтайский край бедный, безусловно, но там то, что мы не можем нормально досчитать. Своя картошечка, своя свининка у многих. Натуральное хозяйство, Натуральное хозяйство. За счет этого люди выживают. Да. Малинка, смородинка. Что можно, да? Часть едет в отход в автономные округа Тюменской области. Там зарабатывают. В Новосибирск, в Тюмень. Или в Новосибирск. Мы толком это посчитать не можем. Поэтому Россия, давайте договоримся, страна разная. И внутри каждого региона дифференциация изряднейшая. А вот рванет ли это или нет, я бы постереглась говорить. Прожив 90-е, я теперь стараюсь никаких жестких выводов не делать. Да, Россия, но вы про сельскую, вот про эту вот глубинку не рассказали все-таки. А что Россия, с ней будет? Да, так, мы не договорили. Две разные истории. Первая история для уже таких сильно депопулировавших периферий центра северо-запада. 4 бабки. Пенсию получают, автолавка раз в неделю приезжает. Пока бабки живы, волки собак не съедят. Когда останется одна бабка, волки съедят. На лето приезжают дачники, которые основа этой жизни. Покупают все это картошку. Дико, все это дико печально, но вот это неизбежно. Ну что, вот обезлюживание регионов вокруг Москвы неизбежно? Да, обезлюживание, за исключением ближних пригородов, где сидит дачник. Второе. Русские. Две деревни полноценные, крупные. И там происходит то, что мы называем сжатием животноводства. Там столько не надо, сейчас высокотехнологично. Что делают? Женщины из небольших поселков, из деревень, бэбиситерами в крупные города. Куда-то еще на подработки. Даже женщины, про мужчин я уж не говорю, кто не механизатор, те уезжают. Берем национальные республики, или таежные регионы. Если вы впахиваете, если вы нормально впахиваете, то в Томской области на грибах, ягодах, кедровом орехе вы можете заработать за сезон на российский автомобиль. Вы можете. Если семья дееспособная, перекупщик теневой, налогов вы не что платите. Называется? Дикоросы. Дикоросы. Замечательное слово, дикоросы. Поэтому все по-разному. Все то есть продержаться можно? Можно. Ну, я дам комментарий не экономический, а дам комментарий социальный. Социальный, политический.
мы подводим итоги 2018 года, и все-таки кое-что произошло. А что произошло? Значит, сначала был невероятный подъем народной радости в марте. Победа Владимира Владимировича. Победа Владимира Владимировича, значит, за явным преимуществом, как говорят в боксе, нокаутом в первом раунде. Вот. Затем порадовались 3 месяца, и в июне начальство объявило о повышении пенсионного возраста. Параллельно с этим начальство еще приняло ряд решений раздражающих, таких как допустило рост цен на бензин, солярку в очередной раз, объявило о повышении налогов, объявило о повышении тарифов ЖКХ с 1 января, не забудем об этом. Значит, денежки-то надо собирать, опять повысят акцизики на всякое разное. Вот. Плюс у нас огромное количество любителей маркировать сыры, капусту, колбасу, а это дополнительные издержки. Плюс у нас огромное количество всяких разных платонов. И я думаю, что в следующем году у нас... Расширят? Еще... Да, сейчас на несколько... Льготы отметят. Нет, и льготы отметят. А самое главное, что они такую же систему маркировки и контроля вводят для других ряда областей. Это все ложится в издержки, это ложится в конечные цены. Ну, то есть народ заплатит. И в результате произошел следующий момент. Сначала на 20% обвалился рейтинг доверия Путина, Единой России и Медведева. Сейчас рейтинг Единой России около 30%, самый низкий за много лет. Путин сейчас отскочил на 60 примерно процентов, и этот рейтинг стабилизировался, и это докрымский уровень. Вот. А Медведев вообще ушел в минус. 45-50. Да, то есть у него количество неодобряющих больше, чем количество одобряющих. И социология, в том числе закрытая социология по регионам, некоторые люди рассказывали, для власти хуже, чем даже показывает федеральная социология. В частности, сейчас большинство губернаторов просят Кремль идти на выборы 2019 года не от «Единой России». Они меняют законодательство, даже, может быть, как-то обойтись без помощи Светлейшего. Мы сами справимся. Еще одна интересная тенденция в региональной социологии в том состоит, что если до пенсионного возраста доверяли Путину больше, чем губернаторам, то сейчас в сильных регионах губернаторам впервые за много лет стали доверять больше, чем Путину и федеральному центру. Перевернулись эти песочные часы. Поэтому мы можем... Я опять-таки не из тех, кто предрекает революции, потрясения и всяческие катаклизмы. Я думаю, что это не наш центральный удел. Но мы можем совершенно точно говорить, что эрозия поддержки в этом году произошла очень серьезная. Здесь надо вот что различать. Эрозия поддержки, которая сильно обвалилась, не означает протесты и революцию. Хотя готовность не растет. Но эрозия поддержки меняет оптику власти в отношении ситуации и меняет оптику общества в отношении к власти. Уже нет той железобетонной уверенности в успешности путинской модели, которая была до марта этого года. Уже нет крымского консенсуса, уже нет крымской эйфории. Уже гораздо более критическое отношение к начальству всех уровней. И мы это увидели на региональных выборах 9 сентября. И если наши прогнозы, которые мы делали в первой части программы, относительно экономической, бюджетной и социальной обстановки верны, а я думаю, что они верны, то я думаю, что эрозия поддержки продолжится и в следующем году, и тогда нужно будет Кремлю, а Кремль же у нас, он как аллергик. Вот аллергик он как? Кошка лизнула, чуть не помер. Вот так и здесь. Таблеточку. Так и здесь. То есть они же всегда склонны стократно преувеличивать опасность режиму. Стократно преувеличивать. И если рейтинги падают, они начинают носиться по кабинетам с криками «все пропало, надо что-то делать». Что делать? Ну как было в Приморье? Что делать? Надо либо подкормить народ, но неоткуда, либо нужно придумать некий Крым-2. Разжечь. Но это, опять Беларусь. Но, это, вот да, но это выйдет им боком. Это я могу на отдельной программе сценарий нарисовать, каким боком и откуда это выйдет. Поэтому не так уж много у них и возможностей для игры на этой поляне. И поэтому я думаю, что в социально-политическом смысле следующий год будет для них, я не скажу кризисным,
но определенно проблемно. А я хочу узнать, и это в том числе скажется и на региональных выборах. Там больше 20 губернаторов у нас идет, и, по-моему, вообще в целом где-то 50 с лишним компаний будет по стране разного уровня, такого регионального. И все единый день же сохранили. И все единый день. И поэтому я могу уже сейчас с полной уверенностью сказать, что будут проблемы, они будут реагировать на них так же, как в Приморье. В Приморье нарисовали, и в Приморье не допустили вообще никого. После все равно чуть не проиграли. Реально нарисовали очень много. И то, что голос увидел, это только верхушка айсберга. Там реально очень много нарисовали. Поэтому я думаю, что выборы следующего года будут еще более сфальсифицированными, еще более игрушечными с точки зрения отсутствия реальных оппонентов. А как это аукнется в народе? Тоже интересный вопрос. И понравится ли народу, что вот опять мы вернулись в 2011 год, опять мы вернулись в воровские выборы, опять мы вернулись в принуждение, фальсификацию, на таком неблагоприятном социально-экономическом фоне. Это еще один вызов, с которым столкнется Кремль, Кириенко и прочая команда в 2019 году. Да, я, знаете, что, на что обратил внимание. Вот сегодня и с утра она в правительстве разговаривала, и вечером с бизнесом Путин твердит одно и то же. Вот про национальные проекты будет развернута работа, договоренности, там, координация усилий и все прочее. Это самое главное. Наталья Васильевна, объясните, пожалуйста, что такое национальные проекты вот сегодня? Это вот какая-нибудь высокоскоростная магистраль, против которой даже вице-премьер Силуанов между Москвой и Казанью стал вдруг выступать? Или что это? Кейнсианский способ. Глазевщина. Ускорять развитие экономики, когда бизнес не инвестирует путем, потому что дикая неопределенность. У бизнеса частично дополнительно отбираются деньги, начинают инвестировать в государство. Ну, может быть, не отбирают, а говорят, иди и строй. Нет, 2% пункта НДС, это со всех с нас отобрали. Вот так, да? Это только часть издержек. Вторая история, это про то, как бизнес отбивается сейчас от инициатив Белоусова, а ну-ка отдайте еще там 500 миллиардов. Другая история. Пока я могу сказать следующее. То, что записано, это дежурный набор, год от года повторяемый. Это все Марпуть, это всякие мосты, скоростные Панели. Магистрали, дорога Евразии и далее по списку. Я уже давно не люблю анализировать лапшу, которую мне повесили на уши. В смысле, мост на Сахалин? Когда я увижу, что федеральные власти четко приняли перечень этих проектов с объемами финансирования за счет бюджета и за счет корпорации и прочее, да, тогда поговорим. Сейчас пока это все бла-бла. И это удивительно, как долго это бла-бла длится. И причину мы знаем хорошо. Дикая схватка бульдогов под ковром. Кому дадут, да, за эту денежку заработать? Это Бергов ли, Тимченко ли, и далее по списку. Ну, там как раз Путин сегодня и говорит, что государство в условиях санкций поддержит бизнес там и так далее. А вот Владимиру тогда вопрос, а действительно санкции-то усилят вот сейчас? Что вы думаете? То, что я сейчас вижу, это то, что Кремль всячески стремится избежать нового раунда санкций. Это видно по риторике, по Донбассу, что нет, мы мирные люди, и даже наш бронепоезд стоит на самом запасном пути. Поэтому я не очень верю в аншлюз Белоруссии, потому что это будет системное обострение международных отношений. Это будет, не скажу похлеще Крыма, но сравнимо с Крымом. А может даже и похлеще. В зависимости от того, как будет, потому что там кусок оторвали, а тут целую страну. Может быть даже будет похлеще. Кремль понимает, что санкции бьют очень сильно. Санкции это, во-первых, неопределенность, бизнес не инвестирует. Во-вторых, отрезали от длинных дешевых денег, а значит нельзя занимать и развиваться. В-третьих, боятся все, даже китайцы, чего-то, так сказать, нам давать, потому что китайские банки глубоко интегрированы в глобальную систему, а там, глядишь, и их, так сказать, прищемят. Поэтому санкции на самом деле очень больно бьют по российской экономике, и Кремль сейчас старается резких движений не совершать и не дергаться. Что касается национальных проектов, то это системное решение. Изымать у домохозяйств и изымать у частного сектора экономики и перераспределять ресурсы страны через бюджет руками правительства. Сейчас перераспределяется через бюджеты 36% ВВП. По европейским меркам, не так уж оно и много.
Но по нашим меркам, с очень низкой эффективностью и с очень многими дурацкими проектами, которые, я убежден, будут утверждены. И воруют еще. И еще воровство чудовищное. Я думаю, что 36 для нас очень много. Поэтому есть два типа государства. Государства, которые верят в то, что богатство страны должно накапливаться в домохозяйствах и в частных компаниях, и что именно домохозяйства и частные компании должны обеспечивать экономический рост. Частные компании через свои эффективные инвестиции, а домохозяйства через спрос. И есть второй тип государства, который верит в то, что надо изъять у домохозяйств и у частного сектора экономики средства и перераспределить на госзаказ, перераспределить на госконтракты, на господряды, перераспределить на мосты, дороги, тоннели, стадионы, высокоскоростные магистрали, и бог знает, на космос, высадиться на обратной стороне Луны, как Рогозин обещает, потом высадиться на этой стороне Луны, потом высадиться на обеих сторонах Луны. Вот. И учитывая, что эффективность наших эффективных менеджеров крайне низкая, мы это уже обсудили, компетентность невысока, коррупция чудовищная, вот это изъятие из домохозяйств, из частного сектора экономики и перераспределение руками наших эффективных менеджеров не приведет к экономическому росту. Собственно говоря, мы имеем доказательства этого. До 2008-2009 года экономика росла в среднем 7% в год. С 2010 по нынешний 0,7% в год в среднем. В среднем. Это при том, да, это при том, что госсектор экономики вырос практически вдвое. Это при том, что перераспределение с 30% ВВП выросло до 36%. То есть, чем больше они изымают из домохозяйств и конкурентного сектора экономики и перераспределяют, тем ниже темпы роста. Поэтому дело не только в том, что, даже может быть, и не в том, что Путин плохой, а эффективные менеджеры не так уж эффективны. Система. Дело в том, что они создали модель, госкапиталистическую монополистическую модель, которую прекрасно описал еще Владимир Ильич Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма», где он совершенно справедливо охарактеризовал эту модель как паразитическую, загнивающую канун пролетарской революции. Я не предрекаю пролетарскую революцию, но я с Ильичом полностью согласен, когда он говорит именно о такой модели, как о паразитической и загнивающей. Она паразитирует на домохозяйствах и частном секторе экономики и загнивает по темпам экономического роста. Хорошо. Я частный вопрос Наталье Зубаревичу еще пошлю от Николая Марковцева из Владивостока. А что у них-то будет с ними? Будут бежать будут люди и все будет загнивать? Январь-сентябрь я посмотрела расходы. По Приморью? По Приморью. Слушайте, ну самонадеянные ребята, расходы рост ноль. То есть выборы в сентябре на сумму ноль, нулевой рост расходов бюджета. Но пока еще вот ждем с конца года, абсолютно понятно, что либо концом декабря этого, либо началом следующего бонусы какие-то будут получены, я посмотрю их масштабы. Предполагать не рвусь. Один из бонусов не экономический. Это возможность ругать федеральный центр, говорить мы сами с усами. Разрешили. Для людей этого немаловажно. Но это специальное решение для специального губернатора, чтобы снять проблему. А с деньгами я бы так сказала. Немножко добавят, но уровень-то дотационности Приморского края невеликий. Он, ну хорошо, если там 25%, в среднем 20%, в среднем по России 16-18%, это средняя Москва и все остальные регионы. Поэтому рассчитывать на счастье в Приморском крае я бы не рискнула. Но добавочку какую-то федералы сделают, потому что игра честная. Победили? Получите конфет. Мне кажется, что нам нужно изучить Приморский край, он очень интересен. Да. Мне тут недавно рассказали, вот такой малоизвестный факт, что в Москву 6-7 рейсов в день из Владивостока. Да. А в Сеул и прочие южнокорейские города 15 в день. Так это... И там на самом деле вот подспудно идет, он как льдина откалывается с точки зрения человеческих связей. Да-да-да, медицины, туризма. Там огромные толпы туристов из Хэйлунцзяна. Там огромные толпы туристов из Южной Кореи. Правильно. А на черных работах работают северные корейцы. Правильно. И связи вот на нижнем, среднем уровне с соседними государствами усиливаются, а связи с центром федеральным не усиливаются. И это такой глубинный процесс. Я не знаю, приведет ли он там к экономическому росту на туризме, торговле и прочем. Не исключено, кстати говоря. Сильно с вами поспорю. Это нормально. Будем изучать. Это нормальные изучать надо однозначно. А сейчас нам надо дать слово народу. Меняются ли настроения? Дайте нам опросик, пожалуйста.
Верите ли вы обещаниям президента улучшить вашу жизнь? У кого-то она, несомненно, повысится. Не сомневаюсь, что есть такие люди, у которых будет лучше с каждым просто днем, да. Ну, я думаю, что у большинства населения, да, будет ситуация несколько иная. Этому президенту я верю во всем. Ну, все, уже не доверяем. Обещания не сбываются его. Пенсионный возраст. Да, пенсионную реформу нам сделают. Кому такое понравится? Ну, а как им не верить? Сколько он обещал, все сбылось. А мне казалось, он там просто что-то такое рассказывает. Относительно. Некоторые обещания его действительно сбываются. Но вот с некоторыми я очень достаточно сомневаюсь. Тем более президент сам, в общем-то, как-то говорил, что некоторые из его посланий выполнены на 97%. Это официальные данные, они были зафиксированы в программе «Время», в РБК и так далее. Я думаю, что он, как любой президент, хочет как бы показать лучшую сторону своей, в том числе, работы. Обманул? Ну, это уже на его совести. Обещать не значит жениться, говорят. Я не могу сказать, я чиновник. То, что мы будем стремиться в светлое будущее, это точно да, но в основном мы сами это делаем. Президент только нам помогает скорее в этом, а так-то это мы ответственны за все то, что с нами происходит. А вы посмотрите, как улучшилась жизнь. Подоходный повысился, ЖКХ повысился, пенсионный, во что верить? Как нам сказал вчера президент, после Нового года мы почувствуем, как все изменилось к лучшему. Очень не хочется в это верить и это чувствовать. Ну вот в интернете у нас 93% не верит и 7% только верит. Кривой у вас интернет. Да. Ну, у нас правильный интернет, у нас правильные люди там читают наш твиттер. Надо ваш интернет, вы знакомы как с тем, что Михаил Дмитриев очередное исследование сделал? Конечно, да. И вот там такие выводы, что людям приелся сильный лидер. Есть запрос на уважение к людям, на честность внутренней политики, на миролюбие во внешней. Может такое быть или нет? Он перестарался. Дмитриев? Там даже есть оценка, что ценности у людей поменялись за полгода. За полгода. Ценности – это вообще поколенческая история. Скорее, это то, что называется wishful thinking. Хочется очень в это верить. Да, они же там на фокус-группах обсуждают. Ну вот почитайте комментарии Льва Гудкова, я с ним совершенно согласна. Да, некоторые подвижки есть, но говорить, что это новый какой-то тренд, большой и серьезный, да ну не бегите впереди паровоза. А вот мне очень понравилось про пенсии, что это пенсионная, в кавычках, реформа, как молния подожгла лес. Может же быть такой эффект, Владимир? Нет. Так. Я бы сказал так, что как таежник. Ага, вот хороший ответ. Да, для того, чтобы молния, я видел это не раз в горах и в тайге, подожгла лес, так. Значит, нужно, необходимо одно предварительное условие, чтобы лес был сухой. Так. У нас лес мокрый. Вот. И сколько молния бить его не будет, он подымится и, значит, гореть не будет. Но некоторые сдвиги, скажем так, осторожно, я гораздо более осторожен, чем Михаил Дмитриев. В этом году социология заметила, да. В том числе заметила, появилось раздражение внешней активностью, внешнеполитической. Народ как-то стал, значит, чесать подбородок с разговорами, что, может быть, мы все-таки, прежде чем Сирию восстановить, Тамбов восстановим. И Воронеж. Вот. Во-вторых, значительно выросло число людей, которые опасаются санкций. То есть поначалу верили начальству, что от санкций нам только польза, как от лекарства. Теперь поняли, что не только польза от них. И третье, до 80% выросло количество тех, кто хотели бы улучшения отношений с Европой и отношения с Западом. Это не говорит, опять-таки, о том, что, значит, Кудрин – это главный кандидат на президентство, но некоторое разочарование нашим бодрым курсом наметилось. Да, еще на втором месте страх большой войны. И это тоже очень важно. Ну, бряться ли оружием везло? Хоть этого бояться. Я благодарю наших гостей. Наталья Зубаревич, профессор, и Владимир Рожков, профессор. Всех с наступающим Новым годом. Всего доброго. До свидания.